куда можно пойти, не выходя из дома, да хоть куда, предлагаю отправиться в московский зоопарк, чтобы в режиме реального времени посмотреть на зверюшек. Для этого вам нужен только интернет. Вот здесь живут большие панды. Разглядеть их можно с разных сторон. В Уфе таких милашек точно нет, да и в Москве их тоже не часто встретишь. Панды – граждане Китая. А еще они едят очень много, ну прям сверх много. По 35 килограмм бамбука в день. Представляете? Кроме того, на сайте московского зоопарка ежедневно обновляются вот такие познавательные лекции о его обитателях. Знакомят со зверюшками киперы, то есть хранители, а не ученые. Оттого рассказы получаются максимально интересные, без сложной терминологии и заумных фраз. Так что, если вы не находите себе место на самоизоляции, посмотрите на тех, кто так живет всегда. Нам стоит многому поучиться у этих ребят. Аделя Юсупова, специально для Горы Новостей.